Данил Тарасов, автор дубля в сегодняшнем матче. Данил, первый вопрос такой. Достаточно очень хорошее начало в исполнении «Динамо», очень активно. Болельщики подгоняли. Что, это такая реакция на предыдущие два матча, такие, которые, ну, отчасти сложились неудачно, да, понятно, там победа в овертайме и поражение. Нет, все правильно, да, сегодня пришло много болельщиков нас поддержать. Очень приятно играть в такой атмосфере, да, первые игры после паузы были очень тяжелые, да, я думаю, что сегодня мы показали, что это, ну, не максимум, далеко не максимум, не самая лучшая игра, да. Главное сейчас результат, поэтому мы, как бы, отходим от тех нагрузок, которые были проделаны вот в эту паузу, поэтому еще, я думаю, персонально, да, как бы, и мне кажется, многие ребята должны прийти в себя, чтобы начать показывать хороший хоккей. Ну, а болельщики, несмотря на то, что, ну, понятно, это суббота, несмотря на то, что в соперниках, при всем уважении, но это Сибирь, это не дерби, но практически полный зал. Что это, зима уже, Данил? А зима все близко-близко, народ чувствует, что хоккей есть где-то рядом, а? Но согласись, приятно играть вообще. Просто. Нет, да бомба вообще, болельщики молодцы, поддерживали, да, там... Самое главное, когда приходят, чтобы они не молчали, да, заводили команду, потому что бывают моменты, когда болельщики приходят, да, сколько бы их ни было, да, бывает и полные стадионы приходят, да, там где-то у команды не получается, но прошу вот лично, да, я думаю, что от всей команды, чтобы не молчали на трибунах, а поддерживали нас, гнали и чувствовали сам ритм игры. Ну, я так понимаю, что ты сегодня особенно проникся атмосферой, забросил две шайбы и мог еще спокойный хитрик оформлять. Ну, спокойно, неспокойно, да, Боженька дал забить два, начали два, поэтому хорошо, что выиграли, это самое главное. Данил, а что там было в ситуации с Булитом? Там чистейший фол? Ну, я не знаю, я вроде убегал там на скорости, убирал и почувствовал, что сзади кто-то цепанул, судья дал Булит, но вот не получилось забить. Ну, зато потом в пустые ворота установил окончательный счет. Данил, опять же, возвращаясь, если к непосредственно началу матча, отличное начало, 2-0. Не знаю, согласишься или нет, надо было, конечно, по возможности забрасывать больше в первом периоде. Да не, я поэтому говорю, что очень много есть над чем работать, да, очень много большинства было, которые не реализовали, поэтому работы полно, команда соперника давала нам играть в хоккей и должны были забывать больше, чем вот эти три шайбы, и поэтому, не знаю, вот так вот. Данил, ну, на второй период показалось, что команда тоже вышла, в принципе, настроена нормально. Вот эти удаления, как с одной стороны, так и с другой, сбили ритм, да? Ну, не, ну, конечно, одни ребята играют, да, другие сидят, мерзнут, поэтому тяжело войти в ритм, поэтому, как бы, не знаю, да, удаления всегда ломают игру. Но в этой ситуации хорошо, что забросили в третьем периоде, практически в самом начале. Но, опять, как вот я поймал себя на мысли, да, за свою практику уже достаточно многолетнюю, что все равно вот эти вот две шайбы, когда разница в счете, они самые дурацкие. Не, я согласен, да, вы сами видели, один гол, они забивают, и все, и игра переворачивается, они идут всей командой вперед, да, мы обороняемся, поэтому Ваня молодец, там выручил, поэтому, как бы, хорошая игра, все молодцы, что выиграли. Но все равно было достаточно тяжело, и было видно, что «Динамо» так вот, ну, как знаешь, такое чувство, что ватные ноги, вот действительно, а? Не хватает уже там третий, четвертый раз стартануть, разогнаться. А ты понимаешь, что соперник давит? Дань, как в этой ситуации вообще вот, ну, удается сохранять хладнокровие? Да надо играть попроще, да, в таких моментах. Ничего не придумывать, выбрасывать шайбу, обороняться, удерживать счет. По возможности держать шайбу в чужой зоне, как бы это все... Не знаю, это все элементарные вещи, которые все ребята в раздевалке это знают, что нужно делать. Поэтому вот эти последние 5 минут было очень тяжело, но молодцы, что выстояли. В этой ситуации это тоже, наверное, в плюс, да, огромный плюс, несмотря на то, что тяжело, но все равно выстояли, выиграли, и дальше вот с этим багажом только вперед, правильно? Да нет, это хорошее настроение, сейчас победа, да, и вторая подряд, поэтому с хорошим настроением полетим, у нас через день 6 игр, поэтому главное сейчас всем ребятам восстановиться, да, забыть эту игру и ехать на выезд за победами. Данил, 7 лет подряд Сибирь в Москве не может обыграть «Динамо». Как ты думаешь, в чем причина? Да я не знаю, я, если честно, не смотрю в эту статистику, да, в какую-то команду выходит. Да, я не думаю, что они задумываются на эту тему. Это и наша команда 100%, я об этом лично не думал, сколько мы выиграем или что там по статистике. Новый день, новая игра, поэтому все может случиться. Ну, опять же, да, от статистики никуда не убежишь. А вот для Данила Тарасова какой соперник самый удобный? Ты подсчитывал как-то, нет? Просматривал? Да нет, если честно, я не знаю, какой там соперник. Все команды хорошие, мастеровитые, поэтому когда-то получается хорошо играть, когда-то не очень, да, анализируешь свою игру, поэтому прям таких соперников, против которых я люблю играть, нету.